4 августа. Город Петрозаводск. Официальный старт Карелия Трофи 2007. Приключения бывают и в 21 веке. Чтобы убедиться в этом, достаточно стать участником соревнований Карелия Трофи. Экстрим, острые ощущения и романтика бездорожья. Все это вместе и привело участников рейда в карельские леса. Ехали всем миром, семьями, детьми и даже домашними животными. И адреналина хватило на всех. В прошлом году мы проезжали Карелию, когда ехали на соревнования Arctic Trophy на Кольский полуостров в Кандалакшу. И мы с трассы даже не съезжали, видели очень красивые места. И там на Арктике узнали, что есть такие соревнования, как Карелия Трофи. А я лично узнал, что есть, в принципе, такое место, как Карелия. Я вообще первый раз здесь. Самый первый раз. Романтика заключается в том, что я когда взял прибор GPS и вообще посмотрел, где я, чтобы сказать своим родственникам, знакомым и друзьям, где я, то я был на конце географии. Даже в школе на эту часть мира не смотрел. Для меня вот этот вот, там, где Кольский полуостров, все это одно и то же. И когда я посмотрел на GPS и там, где я нахожусь, в общем, это самое, наверное, интересное, что для меня было. Для меня это было шок. Я стоял на краю света. Это было интересно. Кроме экстрима, здесь присутствует элемент красоты. Карелия – славная такая республика, очень много красивых мест. И в Карелии я никогда не отдыхал и, в общем-то, всегда проездом находился. Не был я в Карелии. Поэтому я решил посмотреть Карелию, поучаствовать в соревнованиях, познакомиться с людьми. Вот, вот это и значит для меня Карелия. А трофи – это и есть трофи. Езда по трудным дорогам, зачастую без дорог. Это интересно для меня. Участники рейда – заядлые экстремалы. И жизнь вдали от цивилизации для них вполне привычна. Они и костер разведут, и грибов соберут, и ужин сообразят. Да и про самовар не забудут. Еловые шишки, водичка из озера и чай готов. Что такое котлета и как ее приготовить? Банальный вопрос, но не для Карелия Трофи. Ведь класс-прототип на соревнованиях представляли самые настоящие котлеты. Только в автомобильном варианте. В качестве конструктора – владелец внедорожника. Гидроруль, газовые амортизаторы, авиационная электроника, лебедка в центре автомобиля. Так Toyota Hilux стала котлетой. Вот был полноразмерный автомобиль четырехдверный. Вот наш хирург сделал. Обрезал здесь порядка 35 сантиметров полностью. Машина была разрезана и сварена. Вот сделал маленькие дверцы. Очень интересные. Вот. Имплантировали мы мосты мотора Пландера. Поставили на рычаги ее. И машина стала совершенно другой. Более интересной, более... Уже не для Карелии, потому что в Карелии уже на ней скучно ездить. Подтверждением этому стал первый спецучасток на реке Сума. Каменный порог и броды котлеты почти не заметили. Трасса прошлого года была частично изменена и стала более интересной и зрелищной. Для прохождения этапа была установлена норма времени в 5 часов, однако участникам хватило и половины. Хорошие результаты показали команды, принимавшие участие в Arctic Trophy и умеющие ездить по камням.
Да, ровно. Ваня, заводи его, заводи. Ну что, как начало гонки? Шикарно, триал классический, блин. Эмоции сейчас... у вас какие? А? Эмоции какие? Гидроусилитель бы. А особенно мозга. Нормально, эмоции, блин, шикарно, шикарно. Во-первых, зрелищно все, красиво и тяжело. Посмотрим, как дальше будет. Я думаю, сегодня будет интересно. Если 25 часов контрольное время, я думаю, там засады будут солидные. Ну, мы же не боимся. Главное смело идти в бой. Следующий спецучасток – классическое карельское бездорожье. 12 километров болот и отсутствие подъезда со стороны. Стартовав, внедорожник должен финишировать либо ждать в болоте эвакуатор. Ведь кроме трудностей рельефа, у участников возникли проблемы со спутниковой навигацией. Здесь не прописывается коридор, дается только точка финиша. Они должны сами выбраться, найти дорогу, если такова имеется, или найти возможность бродов, если имеются реки по пути. Вот в этом и заключается приключение. И приключения начались. Норма контрольного времени – 25 часов, но уложились в нее только 6 машин. Инна, ответь водомерке. Маркиза, водомерке. Инна, вы доехали до канавы слева от легенды, от трека, находится канава. Вы доехали до нее? Да, нумерационная канава, мы ее только что пересекли и остановились. Вот, короче, мы ехали по этой канаве, прямо по канаве, в нее спускаешься, по ней ехали. И так дальше, потом вылезли направо из нее и... Потом упирались обратно. Ну, вылезли налево, но потом снова ее пересекли. То есть ушли вправо от этой канавы. Ну что, как проходит? Приятно ехать первым по нетронутым лесам. Да, когда мы здесь пешком шли, как-то было легче. Говорила мне мама, не суйся сюда. Но наша жизнь такая. Хочется что-нибудь сломать, залезть, чтобы потом 3 дня выбираться, говорить, не поедем больше, и снова поедем. We'll be right back.
Первыми до финиша добрались котлеты и прорубили дорогу всем остальным. По их следам один за другим прошли 4 джипа. Первым вышел питерский экипаж спустя 10 часов после старта. С ним из Карельских болот приехал и наш оператор. Он на себе ощутил все прелести бездорожья. Как они ехали, вообще не понимаю. Вообще кошмар. Куда едут? Зачем едут? Ну, конечно, люди, блин, стойкие. Конечно, уже водилы нервы чуть-чуть сдавали, но держались и ехали до последнего. Ну, а суи мы приехали. И все, до свидания. Ребятам из Питера опыта не занимать. Они не первый раз участвуют в трофи-рейдах, но и им временами становилось жутковато. Хорошо, когда перед тобой едет кто-то еще и указывает направление, когда этого нет, то вина не становится страшно, что ты заблудился один в лесу, и что же дальше делать? Ну, проехали. В классе стандартных внедорожников ни один экипаж так и не смог уложиться в норму контрольного времени. Мы находимся в точке финиша второго спецучастка. С момента старта прошли уже вторые сутки, но ни одна из машин класса стандарт до сих пор еще не вернулась. Лишь спустя 30 часов после старта на финиш смогли добраться только 3 машины. Экипаж из Санкт-Петербурга под номером 2, московская команда на ленд-крузере и питерский джип Wrangler под номером 31. Эвакуация застрявших на спецучастке машин продолжалась еще 2 суток. А украинский экипаж, выступающий в классе «Стандарт», просидел в болоте 51 час. Экстремальному рейду – экстремальный рекорд. Для этого внедорожника расход топлива на спецучастке составил 600 литров на 100 километров. Так выживают в болотах Карелии. Я пилот машины под номером 4, Андроников Алексей. Приехал сюда из Киева искать приключений, экскурсии, там, экстрима какого-то. Нашел такое, что, короче, лучше вам этого не знать. Лагеря для участников трофи-рейда расположены на берегах Карельских озер. Но попасть туда не так-то просто. Организаторы старались сохранить эти места недоступными для простых смертных, поэтому дорога в лагерь чем-то напоминала спецучасток. Проехать по ней мог только внедорожник. Недопривод здесь не пройдет.
отсутствие цивилизации и мобильной связи не смущало участников рейда. Ребята отводят взгляды и шепчет во тьме бродяга: кому-то небо позабудь, они в городах не блещут манерами аристократов, но в чутких концертных залах, где шум суеты затих, страдают в бродячих душах шопеновские сонаты и светлые песни Грига переполняют их, страдают в бродячих душах шопеновские сонаты и светлые песни Грига переполняют их. А люди идут по свету, слова их порою грубы, пожалуйста, извините, с усмешкой они говорят, но нежную ласковость песни ласкают сухие губы, и самые лучшие книги они в рюкзаках хранят, но нежную ласковость песни ласкают сухие губы, и самые лучшие книги они в рюкзаках хранят. А вечерами успевали и у костра посидеть, и поторговаться при случае. Продается ВАЗ 2105, выпуск 88-го, на ходу, цена договорная, при осмотре, телефон. И самое классное объявление. Продается корова после отёла, цена договорная, два телефона. Пойду повешу на доску объявлений. С коровой это классно. Вот они, эти люди, которые привезли, так сказать, меня с 4-го спецучастка, не бросили меня там умирать в болоте на сиденье комарам. Спасибо вам за это большое. Гранд мерси от Мечегорского телевидения. Всегда рады привезти куда угодно, даже оттуда, куда люди не ходят, и привезти что дальше. Финиш 4-го спецучастка проходил под девизом «Кто ищет, тот всегда найдет». Пока джипы штурмовали гору, хитрые организаторы прятались в кустах. Где финиш? Сам догадайся. Августа был пройден последний спецучасток, который и выявил победителей в зачете джип. Первое место поделили между собой экипаж номер 1 из Санкт-Петербурга Максим Лычев, Сергей Колесников, и экипаж номер 11 из Мурманска Виктор Кукушкин, Василий Катков. Обе команды выступали на автомобилях УАЗ, специально подготовленных для прохождения тяжелого бездорожья. Захватив лидерство в первый же день, они шли очень уверенно, показывая хорошие результаты и далеко оторвались от возможных соперников. Уже к середине трофи рейда стало ясно, что победителем станет кто-то из них.
если не случится серьезной поломки автомобиля и один из участников не пропустит старт очередного спецучастка. Но этого не произошло, и борьба продолжалась до последнего дня. Перед стартом последнего спецучастка Мурманск отставал от Санкт-Петербурга всего на одно очко. И на финише команда мурманчан сумела его отыграть. В результате победителями трофи-рейда стали оба экипажа. В классе стандартных внедорожников со значительным отрывом лидировал международный экипаж номер 2, пилот Алексей Мартынов из Санкт-Петербурга, штурман Анастасия Беганович из Витебска. Они и стали победителями в своем зачете. Трофи-2007 подходит к своему логическому финалу и завершению. И это означает, что пора произвести один большой-пребольшой взрыв. Поехали! И хотя Карелия Трофи закончилась, незабываемый дух этих соревнований, взаимопомощь и выручка на всех спецучастках останутся в памяти надолго. Ведь только здесь вечерами тебя зовут к каждому столу. И незнакомые люди становятся лучшими друзьями. Кадром. Вот с таким рюкзаком можно наблюдать. Да. С великим сожалением уезжаем отсюда. Что поделаешь? Уезжать надо. Тонули до моря, выжили. Вот так.